TIS。Для начала нам необходимо снять две накладки боковых. Снимается легко. На защелках все. Три клипсы. То же самое делаем с другой стороны. Далее следует отсоединить верхнюю накладку. Она также на защелках. Далее отсоединяем воздуховоды. И отсоединяем фишку бортового компьютера. После чего откручиваем 4 болта на 10. Раз, два, три, четыре. После этого отщелкиваем магнитолу, держится она на клипсах. И вытаскиваем ее вместе с рамкой. Далее необходимо отсоединить все разъемы от магнитолы. Далее со штатной магнитолы нам необходимо открутить вот эти разъемы, шахту, которая держит магнитолу, и блок климата, переставить на новую рамку клипсы крепления и блок управления климатом. С этой стороны откручиваем болты и стой. В конечном результате должно получиться вот так. Блок климата установлен на новую рамку, перенесли клипсы крепления со штатной рамки на новую. После этого необходимо установить магнитолу в рамку. Магнитола устанавливается на фронтальную часть рамки. Далее переворачивается и закручивается 4 винтами по периметру рамки. Далее, после того, как были подключены все разъемы, такие как антенна, тюльпан для видеовыхода, для камеры заднего вида, питание к анбус адаптера, также были выведены USB и лоток под сим-карту в бардачок, установлены и закреплены в панели приборов GPS-антенна и 4G-антенна.
После этого можно приступать к сборке магнитолы. Далее необходимо установить рамку магнитолой на ее штатное место. Держится она на клипсах. Попадаем на родные места и защелкиваем. После этого устанавливаем дефлектор воздуховода. Не забываем соединить разъем. Далее устанавливаем верхнюю накладку панели. После этого устанавливаем боковые декоративные накладки.